Более 10 экобоксов установлено в городском округе Красногорск для использованных батареек и аккумуляторов. Выбрасывать вместе с бытовым мусором их нельзя. В элементах питания содержатся тяжелые металлы. Одна миниатюрная пальчиковая батарейка весом 6 грамм загрязняет участок почвы площадью в 20 квадратных метров. Для здоровья человека это также серьезная угроза, говорят экологи. Беспечно выброшенный в мусорное ведро опасный мусор попадает на свалку, где каждое лето возгорается и тлеет, с клубами дыма, выпуская тучи диоксинов. А даже минимальная доза этих ядовитых соединений способна вызвать серьезные заболевания. Помещенные же в специальный оранжевый контейнер использованные элементы питания, специалисты Всероссийского природоохранного проекта «Экобокс» регулярно отвозят на завод, где безопасно утилизируют такие отходы. Приемники для батареек пока есть не в каждом дворе нашего округа, но ради сохранения природы можно и прогуляться до ближайшего «Экобокса».